Ну что, ты собралась? Мы опаздываем. И биться сердце перестало. Ты серьезно? Ты знаешь, ты можешь не торопиться. Мы уже опоздали. А знаешь, я пойду подремлю. Все равно мне еще часа два есть, пока ты соберешься. А вот такси? Отбой. Тут надолго. Вот уже. Чтобы я еще раз с тобой куда-то пошел, это был последний раз, когда я тебя ждал. Понятно? Ну что, собрал? Ясно. Ну сколько можно? Я уже бухнуть хочу. Но это пиздец. О, ты всегда со всеми так опаздываешь? Или только со мной? Да мы опаздываем всего на 2 часа. Иди собирайся. Сука. Ну что ты там? Еще полчаса? Полчаса, да? Так, я ничего успею бахнуть, да? Я на кухне. Почему так долго? Закрой рот, холоп! Фу, чем у нас тут воняет? Куда поедем? Я еб... Громче музыку! Пристегнитесь, пожалуйста. Рот свой пристегни, да? Почему так жарко? Почему так холодно? Что, дрова везешь? Водить научись! Вы остановите, я буквально там человечка заберу одного. Да, конечно. Эй, Рамзан, а что, заходи! Ой, нет, до свидули. Ну и куда ты поехал? Где ты вообще права покупал, алло? Ой, ну, конечно! Меня тоже бесит эти жирные. Я не представляю, как можно себя так запустить. Вот другое дело мы. Стройные, накачанные. Хоть сейчас модели. О, у меня тут через 5 минут тренировка, все, надо отключаться. Надо же держать тебя в тонусе, правильно? Все, давай, на связи. Ага. Нахрен эту диету. Хорошего человека должно быть много. Правильно? Ой, бля. Эй, толстый. Эй, толстый. А давайте селфи. Давно селфи у нас не было, ну? О, давай. О, классная фотка. Да, классно получилось. Давайте еще раз. О, классная фотка. Офигеть, надо выкинуть обязательно. Да, по-любому. Офигеть! Да пошли вы нахрен! Я один! Да полюбас айфон бракованный. Вы никогда не задумывались, что хранит ваш кошелек? Нет? Пи***ц. Такое чувство, что собрался перевозить пару килограмм контрабанды. Но ничего. Итак, поехали. Дисконтная карта. Нахуй. Кажется, во мне живет просто маленький еврей, который до сих пор верит, что они когда-нибудь ему пригодятся. Кредитная карта. Опять. Нахуй. Некоторые из них тратили свою актуальность аж в году так 2015. Опа! Вот она. Но это у каждого на всякий случай. А вдруг я окажусь где-нибудь в Грузии, на побережье Кутаиси, а у меня не будет лари. А это $1 на счастье. А у меня их целых 3. Так вот этот талон к стоматологу, к которому должен был пойти год назад. А теперь мое самое любимое. Чек, чек, чек. А тут смотрите что. Чек. А вот это. Купон на 5-й кофе в подарок, которых у тебя в кошельке бездонное количество. Согласись, до сих пор ты его не выпил. Говно. Если у вас такой же срач в кошельке, пишите в комментарии. Ну и, конечно, желай, не обессудьте. Бабосики. Ебать, одна мелочь. Автобус до Гамбурга не уехал хоть? Уже уехал. В смысле мы на автобус? Мы не на самолете? И даже не на поезде? Я за комфорт. Ну и пиздуй. Подожди. А ты чего без чемодана? Зачем? Я все там куплю, что я буду с собой дуру эту таскать. В ручной кладе хватит, я уже проверен. Так, билеты есть, ручная кладь есть, страховка есть, паспорт есть. Все.
А виза? Я знаю самый классный метод. Вот здесь и проснуться сразу в Испании. Знаешь как? Надо нажраться в говно. Пошли, я знаю одно место. Романов, куда ты летишь? Вообще-то мы опаздываем, да? Еще целый час. А пока места найдем, пока багаж дадим, ну пошли быстрее. Осталось 30 минут, а пожрать? Романов, что ты делаешь? Мы еще не в Испании. Я уже готовлюсь. О, лето, шорты, футболка, кроссовки. Красота! Это лето. А ебать мне снега в лицо. Стоп, лайфхак. Если тебе говорят, что ты очень много пьешь, отвечай всегда одну и ту же фразу. Я не виноват. Это все мои грузинские корни. Тебя колы, мадам, душу я валу продам, и как будто бы с небе. Чин-чин, ёпта. Что за вкус говна? Все, заберите это говно. Безопасная хрень, вот куришь как бишь, вот серьезно. Пойдет покой, ложь.